Всем привет! Сегодня будем обновляться. Все айфоны, ну и все, что связано вот с этой техникой. Так как я владелец тоже самое айфона 4. Ну, в принципе, все помаленьку. Сами видите, какая-то программа. Тюнис последний. Выпуска последнего. Ну, короче, я здесь, как я понял, здесь ни хера я не нашел. Как я не пытался обновлять, ничего здесь нету. И даже, ну, смотреть, в принципе, ничего не сможешь. Загнать сюда свою коллекцию, музыку или игры, вы тут тоже сюда не сможете. Короче, здесь полная лабуда. Хотя бы у меня он пишет здесь все. Пока не включишь интернет. О. Потом, что здесь можно еще сделать? Ну, как обновиться, естественно. Shift-ы знаете как? Вот. Потом у вас должно быть загрузки где быть. Вот. Ну вот у меня, я пробовал 7.1.2, я сделал вот это вот тоже. Так что вы не пытайтесь, бесполезно. Это на четверку. И обновления никакого не будет. Это естественно. Так. Почему-то я не знаю. Все по интернету скачайте все программы там, а там все остальное. Мы вам вышли всякие там прошивки, хренивки. Короче, ничего хорошего нет. Вот, пожалуйста, все здесь есть. Devtools. В принципе. Все, ваши результаты здесь написано. Можно. Вот они все высвечиваются. Официальные, неофициальные приложения. Вот они, фото. Здесь, кстати, можно все сделать. Так же, как можно и скачать, можно и убрать все. Сами видите, музыка вот то же самое. Все где-то делается без интернета. Все хорошее, что в этой фишке есть. Здесь инструменты. В той программе нету. Здесь можно перенос данных сделать тоже без интернета. Тюны сможете, что вот только удалить, исправить драйвера, но это уже с интернетом. Больше версий тюнис, какие там надо. Ну, здесь, естественно, можно стереть данные, очистить мусор, деактивацию, ну и приостановить обновление. Вот. Естественно, мы сейчас запустим интернет. Вот. И честно скажу, здесь ни хрена вам не надо будет. Не искать по всем сайтам и все остальное, чтобы писать, найдите меня или дайте скачать. Прошивку начнете качать, прошивку с облака. А вам покажут большую фигушку с пальчиком. В принципе. Здесь приложение, ну это естественно. И вот здесь вот будет сейчас прошивки. Вот они. Ну, сейчас интернет пока не включился. Естественно, сразу говорю, можно, естественно, без интернета. И мне не важно, что у вас ворованный компьютер, ой, телефоны, говорю. Или вы хотите блейджек сделать ему, блейдбрейк, то же самое. Вот. Как бы обойти ваши телефоны. Ну вот, я вот пытался делать свою четверку, прошить. Здесь пишет, что поставить в системе ожидания. В принципе,
в системе ожидания можно вот здесь и сделать. Вот режим восстановления, вот он, сразу вставляете. Сразу говорю, что написано везде поставить и на яблоко, после этого это все опять лабуда. Это бесполезно делать, как я не пытался. Вот. Вот как я не пытался делать. Так что это бесполезно. Здесь вот перегрузка есть, выключить и обновить. Ну, в принципе, все по-русски. Можете скачать старую версию или лучше всего новую. Она бесплатная и не надо нигде скачивать ее. А, здесь приложение Торектоны, все остальное. Вот они, обои здесь и есть. Вот, сами видите, все. Вот они. Все здесь. Можете все скачать. В принципе, сейчас по новому ключу. Ну вот. Опыт. Входим. А в принципе. Если не надо заходить, чтобы прошить его через jailbreak, вот этот, вот он, смотрите, здесь все прошивки, вот они. Не надо нигде, ни у кого не скачивать. Здесь вот настройки то же самое, вот множественная прошивка. Здесь вот можете отвязать, ну, естественно, здесь нажимаете отвязать, отвязать, отвязать или переименовать все остальное. Прошивку, вот мне пишет сохраненный, активировать. Здесь можете без интернета то же самое нажимать, так вот, и у вас здесь есть пробовать прошивать. Смотрите, если прошить прохочете четверку, не 4, ну, четверку то же самое можете, 4s то же самое, если у вас есть уже прошивки. Ну, сразу говорю, что прошивки искать не надо. Они здесь все есть. Сейчас я покажу. Ну, здесь, видите, бесполезно. Четверку хоть ты убейся, не прошьешь. А вот 7.1.2 здесь уже все есть. Вот. Расширенное берем, нажимаем. Здесь, естественно, покажет это, когда вы будете прошивать. Вот множественное, Blackjack, настройки, инструменты. Вот они, прошивки. Естественно, на всякий случай сделайте, как бы, чтобы было резервное восстановление сделать. Ну, вот, то же самое будет для резервного восстановления. Вот, все, пожалуйста. Вот они, все айфоны. Начиная все прошивки до одной, не надо нигде качать ничего. Вот они, ваши все телефоны. Вот они, четверки, четверка идет, 7.1.2, все, больше нету, не существует. Так что как вы хотите, так вы не убьетесь, все равно сделайте. Вот они, пожалуйста, на 4s все прошивки. Так что iPod, iPad, ну и всякие. А так что пишут, мы вам все вышлем. Короче, я не знаю, зачем они это все делают. Но проще вот так вот сделать. Спокойной душой. Вот он. Сами видите. Все здесь есть. Как вы хотите, что вы хотите прошивать. Прошивайте. То же самое. Jailbreak, Flashbreak. Но это уже идут прошивки через обход полностью. Без ключей. Нажимаете, скачиваете. Потом она уходит вот сюда. И все, короче, делаете все здесь. В принципе. Здесь вот он, тюны сможете один
второй поставить у меня все здесь. Если понравилось, в принципе, без настройки, ну, здесь сами разберетесь. Понравилось, подписывайтесь, можете ставить лайки. Всем пока, до свидания.